Представляешь, я за рулем. Почему именно тык? А кто еще? Например, пчеленок мог бы. Нет, пчеленок не подходит. Я большой и сильный. Да ты на себя посмотри. Ты вообще как травинка. Я как травинка. Пчеленок, скажу честно, я хотел отдать тебе второе место. Ух ты! Можно мне с вами по машине? Конечно, можно! Да, так я далеко не уеду. А что, если попробовать без Милы прокатиться? Наверное, будет быстрее. Она не может любить меня! Да я... Я из-за вашей музыки даже себя не слышу. Настроение испорчено. Даже чаю не хочется. Следователь выясняет обстоятельства убийства 14-летней девочки. Трагедия произошла на улице Свободы. Сейчас там находится... Это что такое? Так... Решено. Начинаем спасательную операцию. Сейчас догоним, мало не покажется. Ты слышал? Это Веджер. Стоять на месте! Вставайте! Сейчас я покажу свою суперсилу! Угощение дают. Пошли. А кто-то слышал о каких-то особо засекреченных лабораториях глубоко в зоне? Говорят, до сих пор работают. Мы не такие глупые. Это только вы, малышня, можете в такую ерунду верить. Держи меня. Упсень, бежим. Кладем их всех. Их раз и во все стороны. Служба без мека. Кузя, сворачивай влево или вправо. Не знаю. Тревога! Поехали. Привет, как дела? Как погода? Азаза, хочешь, я тебя порву? Вупсик! Меня подожди! Все! Это что такое? Как вкусно! Смотри, Пупсень, какая здесь трава густая. Ням-ням! Фу! И жесткое! И вообще, здесь все странное такое! Ну что стоишь? Подходи, я не кусаюсь.
хорошенько посмотрю. Внимание! В натуре уже все. Нам туда. Мы тут не потеряемся? Если что, залезем повыше и посмотрим. Ух ты! Вот оттуда мы разглядим. Смотри!
Фантик и его друзья были очень рады, что все закончилось хорошо. А гусеницы сильно перепугались и получили хороший урок. Ух ты! Вот это блеск! Ух ты! Вкусно! А можно еще карри? Что тут у тебя? Смотри, это же настоящая машина времени! Смотри, бабочка! Какая здоровая! Смотри-ка, какие-то не наши жуки! Чужаки! Возвращаемся! Да! В 2011 году.